Бим, так его назвали в приюте. Конечно же, у него было свое имя. Судя по дорогому светоотражающему ошейнику, у Бима, скорее всего, был свой дом и свой хозяин. Что произошло и почему Бим оказался на улице, неизвестно. Наверное, он долго бегал и искал хозяина, но когда понял, что ему не справиться, сел и стал ждать. Ведь умный, заботливый человек обязательно найдет его сам. И Бим ждал больше месяца на окраине города, в холод, в дождь, снег и ветер, день и ночь. Он не сходил со своего места, не подпуская к себе никого. Понимая, что собака просто погибнет, его отловили и привезли в приют на Московском. С нашей человеческой точки зрения Бим спасен, но с его преданно собачьей он, конечно же, думает, что снова попал в беду. Ведь теперь, когда он совсем далеко, среди 400 собак, в клетке, хозяин не сможет его отыскать. Поэтому он не доверяет никому. Возможно, Бима ищут. Возможно, кто-то сможет растопить его сердце и найти для Бима место в своем. Приглядитесь, помогите. Хозяин, найдись. Приют на Московском «Добрый след».